Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Год назад в семье Николая Баскова случилась трагедия, скончался его отец Виктор Владимирович. Сегодня певец вместе с матерью Еленой Николаевной почтили память умершего. 10 сентября родителю артиста могло исполниться 69 лет. Близкие до сих пор не смогли примириться с потерей, о чем «Золотой голос России» рассказал в Инстаграм. «Какой-то очень, просто невозможно тяжелый год для нас с мамой», — поделился артист с подписчиками. Виктора Баскова не стало 30 июня 2019 года, и родные до сих пор не смогли принять и осознать потерю. По словам Николая, его отец был сильным, общительным человеком и достойным офицером, который защищал интересы страны. «Мы с мамой также трепетно и сильно любим его, помним, молитвы наши о нем», — написал Басков, добавив, что в этот день его вспомнят и помянут те, кого он знал. Подписчики поддержали артиста, написав ему массу теплых слов. «Вечная память, он смотрит на вас с мамой с небес и радуется за вас. Без слез не прочитать, уверена, что он был замечательным человеком, раз воспитал такого прекрасного любящего сына». Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!